В ожидании премьеры в областном центре стартовал монтаж декораций к опере «Бал Маскарад». Это новая трактовка произведения Джузеппе Верди. Действие из конца 17 века перенесется в 1950-е годы. По словам режиссера-постановщика, в спектакле будет сделан уклон на мистическую атмосферу, и даже главный герой в какой-то момент раздвоится. На сцене появится его альтер-эго. Оказавшись у колдуньи Ульрики, он получает в нашей трактовке некую волшебную зеркальную маску, которая переносит его в собственное подсознание. Если первая половина оперы – это абсолютный реализм, то вторая половина оперы – это страшный сон Ричарда. И главная тема – это тема психологического погружения, тема психоанализа, тема того, понимаем ли мы, кто мы есть вообще, понимаем ли мы, что мы вершим свою судьбу, видим ли мы себя со стороны. Спектакль должны были поставить еще год назад, но из-за непростой эпидобстановки перенесли. Премьера состоится в апреле в Самарском областном театре оперы и балета.